Да, добрый день. Мы с коллегами довольно давно изучаем ту медиа и интернет-среду, в которой живут современные дети, и которые их формируют, ну, так скажем, по своему образу и подобию. И тенденции, к сожалению, неутешительные. А в этой ситуации хотелось бы, чтобы школа выступила с какой-то здоровой альтернативой соцсетям. Мы, к сожалению, видим, что пока что все происходит с точностью до наоборот. Современная школа втягивает детей в соцсети, причем даже на такие грязные платформы, как TikTok. Я подготовил небольшой ролик, ну, чтобы наглядно показать текущую ситуацию. Я пользуюсь этой паузой технической. Я также хотела бы выразить благодарность тем людям, которые оказали движению финансовую поддержку на те небольшие расходы, которые у нас были для проведения этого. И также была рассылка в соцсетях, и кому-то пришло на почту, чьи почты у нас были. Мы подготовили письмо, очередное письмо в адрес президента. У нас здесь есть подписные листы для этого. Можно ознакомиться с этим документом либо в нашем телеграм-канале, либо вот здесь есть на столе две копии, которые можно взять, прочитать. Правда, там довольно длительное чтиво на 17 страниц. Но если вы посчитаете, что вы солидарны с тем, что там написано, пожалуйста, поставьте свою подпись. Что у нас с роликом не получается? С которыми дети могут столкнуться в сети. Чем дальше, тем эти вопросы становятся все больше. В связи с этими обстоятельствами какой-то чудовищной дирекции, честно говоря, выглядит политика Министерства просвещения по практически насильственному вовлечению детей в соцсети, в эту альтернативную среду, в которой просто не работают наши законы. Особенно это касается TikTok, самый главный сегодняшний день соцсети. Чтобы не быть голословным, я проведу несколько читающих, чтобы был понятен масштаб тех угроз. Есть 436-й федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Но в интернете и в соцсетях он не работает с голову совсем. К примеру, у нас в ВК на сегодняшний день сотни групп, содержащих прямой суицидальный контент. Причем эти группы существуют очень давно. Естественно, на них родители периодически пишут жалобы, но ситуация не меняется. Если же мы берем TikTok, то там с этим все еще хуже. Ведь тот же самый суицидальный контент там распространяется через хэштеги. Особенность TikTok такова, что такие ролики могут попасть в ленту абсолютно любому пользователю. А так как TikTok сам формирует эту ленту через свои алгоритмы. И TikTok не видит никаких проблем в наличии на своей площадке таких хэштегов, как, например, суицид или self-harm, то есть пропаганда самоповреждения. По такому тегу, к примеру, на ТикТоке более 13 миллионов просмотров. В ТикТоке огромное количество роликов на тему закладок и заплатчиков. А причем по соответствующим хэштегам. Пропаганда с плюсом, вейпом, электронных
сигарет. Все это тоже идет через ВК и ТикТок. Потому что гады сливают стоек, когда псов все вот это отрабатывают, и это школьники. А на ТикТоке по тегам, связанным с пропагандой электронных сигарет и прочих средств доставки никотина, уже около 2 миллиардов просмотров. Естественно, никаких возрастных ограничений на такие материалы там нет. И пока у нас в магазинах зашторивают полки с сигаретами, в интернете, во всех соцсетях, и особенно в ТикТоке, развернута масштабная пропаганда никотиносодержащих смесей и электронных средств доставки никотина. А еще пример. Есть такая популярная субкультура у школьников, крипипаста. А это субкультура со множеством ответвлений, рассчитанная в основном на детей младшего школьного возраста. Где все герои — это маньяки и серийные убийцы. Причем как вымышленные, так и реальные. А, соответственно, основной контент всех тематических групп ВК и ТикТок роликов — это прямая пропаганда садизма и серийных убийств. И у таких роликов на ТикТоке уже далеко за 200 миллионов просмотров. А в том же ВК более 5000 групп на эту тему. Сейчас растет движение оптиков, движение, пропагандирующее насилие, не просто ради насилия, как стиль жизни. Они, как правило, устраивают массовые забивы, чаще всего организаторы набирают отряды из школьников. Их увозят в лес, ну и устраивают, по сути, гладиаторские бои стенка на стенку. Организаторы все это потом снимают и продают. И теги, их ролики с пропагандой такого образа жизни тоже совершенно свободно распространяются в ТикТок. У нас в ВК уже более 90 тысяч сообществ, занимающихся прямой ЛГБТ-пропагандой. А большинство подписчиков, как правило, несовершеннолетние. По тегу ЛГБТ на ТикТоке уже более 3 миллиардов просмотров. И это только в русскоязычном сегменте. По поводу пропаганды школьных расстрелов. На ТикТоке, который я напоминаю официально 13+, сейчас про контент свободно распространяется, причем даже под соответствующим хэштегом. А вот такого ролика, на который уже жалуются уже все, по-моему, кто можно. А сейчас более 90 тысяч человек. Его никто и не думает удалять. Таких роликов там, поверьте, много. Видимо, зная и понимая все это, Минпросвет пригласили буквально недавно к себе представителя ТикТока, а который на полном серьезе говорил вот что, ну, послушайте сами. Мы придаем исключительное значение безопасности наших пользователей. Делаем это на трех уровнях. Миграция у нас происходит как на уровне автоматическом, с использованием искусственного интеллекта, так и на уровне человеческом, где люди, русскоязычные люди в нашем случае, осматривают контент и отфильтровывают и удаляют все, что нарушает наши правила сообщества. То есть он даже не покраснел. Я только на примерах разобранных ранее посчитал несколько миллиардов просмотров деструктивного и опасного контента 18+. О какой безопасности он вообще говорит и для кого весь этот цирк? А этот цирк для родителей, чтобы они поверили в безопасность этой платформы. А именно такой контент сейчас воспитывает современных детей. Причем этот процесс уже идет не первый год. И вот эти тренды, они пронизывают сейчас все. И поэтому любая новая интернет-площадка сразу же автоматически наполняется точно таким же содержанием. Так уже было с ТикТоком. А как только он появился, в него сразу же массово перешли все деструктивные тренды из ВК. То же самое было с Телеграмом. И с любой новой платформой сейчас будет так же. Пока в интернете не работают законы реальной жизни, распространители деструктива не несут за свой контент никакой ответственности, ничего не изменится. Любая новая платформа станет сразу же очередной площадкой по распространению того же самого деструктива. Вот и все. Это я сейчас говорю специально для тех, кто продвигает образовательные платформы, ну, такие как Сферум, который, кстати, создан на базе ВК. А примеров того, что есть еще, можно приводить до бесконечности. У меня про это написана целая книга. Но общая ситуация на этих примерах, я думаю, все понимают, какая. И при этом, что мы видим? Учителя дают задания в ИК-группу. Министерство просвещения устраивает акции для школьников в соцсетях и ТикТоке. А недавнее общероссийское школьное собрание на тему соцсетей вообще было практически полностью посвящено рекламе ТикТок. А причем понятно, что все родители шли на него в надежде получить информацию, которая смогла бы защитить детей от интернет-угрозы. А в итоге мы все полтора часа слушали прямую рекламу соцсетей. Особенно ТикТок. На собрании много говорили про то, какой там хороший образовательный контент.
дошло даже до того, что там давались советы, как обходить возрастные ограничения, чтобы дети раньше 14 лет входили в ТикТок. В общем-то, это все можно обойти. У меня есть еще один экспертный аккаунт, я училка по ТикТоку, и я рассказываю в том числе молодежи, как можно продвигаться в ТикТоке. Там главное, это просто не показывать лицо. Они могут тоже снимать какие-то лайфхаки, рецепты, рисунки, они могут зарабатывать деньги. А робот считывает детское лицо и не показывает никому. А так, в принципе, любое абсолютно видео можно брать миллионы просмотров. Родителям хочется дать совет. Не поленитесь, зайдите в ТикТок, хотя бы 5 минут поищите там тот полезный обучающий контент, о котором так много говорили на этом собрании. Уверен, что не найдете. Дети и родители сейчас живут в двух совершенно разных медиареальностях. Большинство родителей и учителей, к сожалению, понятия не имеют о том, во что сейчас превратились соцсети, такие как ВК и ТикТок. Министерство просвещения, пользуясь этим незнанием, пытается все эти вещи навязать и оправдать. Какой интерес в этом у Министерства просвещения? Я, честно говоря, не знаю. Совершенно очевидно, что он есть. Вот 5 апреля Департамент образования и науки Москвы через группу ВКонтакте, опять же, запустил хэштег «Учись ТикТок». Вот сообщение от родителей из Москвы. Школа без согласования с родителями на своей странице ВК опубликовала заявление с призывом детей регистрировать в социальной сети ТикТок, снимать ролики о жизни школы и выкладывать для их дальнейшего размещения на аккаунт школы, а в ТикТок. Словами: «Ну чего ты ждешь? Мы все ждем именно тебя в ТикТоке нашей школы». В Санкт-Петербурге на площади Восстания на огромном экране крутился огромный ролик «Учись ТикТок». А вот такие посты прямо сейчас распространяются по официальным группам муниципальных образовательных учреждений. То есть очередная идиотская акция, ну что-то сфоткай, выкрой, выложи в ТикТок, потому что это невероятно круто. Ну, все как обычно. Но посмотрите, кто ведет эту акцию. Вот что они пишут. На сайте конкурса вы можете посмотреть промо-ролик о запуске конкурса с участием его амбассадора Дани Милохина. А вот и он сам, если кто его не знал. Они со своим другом раньше изображали пару, а может и не изображали, а теперь он пропагандирует новую уже трендовую трансгендерную, называя себя туда, и кто-то не делает. А вот такую мысль он недавно изрек, вот просто почитайте. Он сейчас кумир миллионов. Именно его продвигают по своей официальной странице через этот идиотский конкурс муниципальное образовательное учреждение. Если вы думаете, что это делают только школы, то как бы не так. Они добрались уже и до садика. При этом все, кто знаком с этой сферой, понимают, что это самостоятельное муниципальное образовательное учреждение, это бы делать не стали. То есть была какая-то команда сверху, скорее всего, не официально, но как обычно обязательно. Не совсем понятно, почему молчат родители. В силу части 9 статьи 13 закона об образовании в Российской Федерации использование при реализации образовательских программ методов средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью учащихся, запрещается. Тут же идет прямое втягивание в самую грязную и опасную иностранную платформу, чьи сервера, кстати, находятся за границей. Не стесняйтесь задавать руководству ваших школ вот эти неудобные вопросы. И объясняйте это другим родителям. Все мы видим, как с каждым годом все ниже и ниже падает качество школьного образования. И многие родители так или иначе не раз задавали вопрос, что это? То есть это простое распределение чиновников или сознательные действия по уничтожению образования? Вот описанных выше акций Министерства просвещения, по рекламе ТикТок еще были какие-то сомнения, но теперь, мне кажется, стало более чем очевидно. Когда в день космонавтики Министерство просвещения запускает акцию в ТикТоке хэштег «Кажусь я в космонавте», но это уже выглядит не просто глупостью, а скорее откровенным издевательством. Детям нужна реальная жизнь, и реальные занятия, увлечения, не связанные с интернетом и виртуальным общением. А любой уход в онлайн неизбежно ведет к управлению ими, лидерами мнений, такими как Моргенштерн и прочие, которые активно сейчас раскручивают все СМИ. Нам многие присылают истории про то, как быстро меняются дети после того, как начинают жить в соцсетях. И эти изменения в 100% случаев всегда в лучшую сторону. Я не знаю ни одной истории про то, чтобы ребенок изменился в лучшую сторону после знакомства с соцсетями. За 4 года ни одного такого случая никто не рассылал. И это очевидно всем, кто с этим сталкивался. В сложившейся ситуации я считаю, что государство должно заниматься воспитанием детей в реальной жизни, так как виртуальный мир сейчас полностью под контролем другим силам.
чаще всего находящимся за границей, и именно они задают там все тренды в виртуальном мире. А дети эти ценности потом просто ретранслируют на другие ресурсы. Поэтому никакая новая площадка ситуации не изменит, пока с основных платформ не будет вытащен весь дисруптивный контент. Благодарю за внимание.